Привет! Порой новости, которыми полнится интернет-помойка, вполне способны вызвать когнитивный диссонанс. Вот, например, такая новость. Ксения Собчак не взглянула на Путина у памятника отца. Давайте посмотрим, что это за такая страшная, такая ужасная новость. Вот она. Ксения Собчак не взглянула на Путина у памятника отца. Президент Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург в день 20-летия со дня смерти Анатолия Собчака. Глава государства возложил цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове. При этом он опустился на одно колено. Смотрите, Владимир Путин выразил такое уважение. Он долго не общался со вдовой покойного Людмилой Нарусовой. У памятника стояли и Ксения Чак-Чак с мужем Константином Богомоловым. Ксения сохраняла каменное выражение лица, и пока ее мать говорила с президентом, даже не взглянула в его сторону. Какой кошмар! Почтить память Анатолия Собчака пришли его бывшие коллеги по работе в правительстве города. Путин сфотографировался с Алексеем Кудриным, Германом Грефом и Дмитрием Казаком. Или Козаком, или Казаком. Сфотографировался. А вот такая Ксения Собчак, самая-самая крутая из крутейших, она сохраняла каменное выражение лица и даже не посмотрела на Владимира Путина. Представляете, какая замечательная новость. Ксения Собчак показала, какая она крутая. Зейский пицца или светский львица. С ума сойти. Если у кого-то будет вопрос, о чем вот, да, данное видео, вы задайте вопрос вот этим вот ребятишкам, которые разместили 19 февраля 2020 года в 14:21 вот эту вот новость. И спросите у них, а что они, в общем-то, имели здесь в виду. Они, наверное, ввели то, что имели, а плебс, который вот читает всю эту помойку, он должен все это глотать. Да, когнитивный диссонанс. Страшная штука.